Отряд выехал на проверку дороги. Включилась Камчатка. Девять сорок утра, 9:50. Полная темень, ничего не видно. Вон машина. Дороги нет. Пепла уже сантиметров 5. Распущены школы. Сегодня школьники находятся, детские сады находятся дома. Людям сегодня предложено не выходить из домов, закрыть окна и двери плотно, чтобы не было попадания вот этой мелких частиц, этой пыли, этого вот шлака в дома. Извержение Шевеловича в целом. То есть надо сейчас еще разобраться, но в целом основная фаза его закончилась. Так. Есть небольшая вероятность усиления. Так, ну вот это мы сейчас отрабатываем, будем отрабатывать сейчас по существующим данным. Так, и Шевеловича обычно короткие свержения. Потом все это рассеется, и купол Шевеловича будет работать. Дальше какое-то время еще продолжает. Ну, то есть, ну вот эта активная фаза сейчас, я думаю, что она уже близка к тому, чтобы завершиться.